Здравствуйте. Я искренне рада нашей предстоящей встрече. Тема для меня животрепещущая. Мужчины. Что мы о них не знаем? А мы на самом деле о них почти ничего не знаем. Это наша иллюзия. Кто что-нибудь слышал о фаллическом комплексе, который является стержнем мужской жизни? Кто его учитывает в отношениях? Кто выстраивает свои отношения с мужчиной, зная хотя бы очень приблизительно его желания и его настоящие преференции в этой жизни? Практически никто. Потому что нас этому нигде не учат, об этом нигде не говорят, об этом не знают наши мамы и бабушки. Это не новая история, история очень старая, но просто ее никто никогда толком не изучал. Я уж позволю себе нескромно сказать, что по этой дороге я немножко продвинулась и сделала, в общем-то, удивляющее меня открытие. Может быть, они вам помогут, может быть, они станут для вас тоже каким-то небольшим открытием в вашей жизни, и вы поймете, что нужно делать с мужчиной, когда ему 25, что делать с мужчиной, когда ему 30-32, как пережить его 40-летие, самый трагический период в паре, что делать с ним в 50, в 60 и так далее. И все это очень важно для того, чтобы отношения состоялись. Приходите, я думаю, вы не пожалеете, потому что я настроена очень серьезно донести до вас то, что мне кажется важным.